Больше 1000 жителей области подали заявки на бесплатную догазификацию. Возможность не тратить деньги на подключение от газопровода до границы участка появилась благодаря изменениям в федеральном законе о газоснабжении. Правда, касается он только тех населенных пунктов, где газ уже проведен. Уточнить, проложены ли коммуникации в конкретном микрорайоне ИЖС, можно при подаче заявки. Другое обязательное условие – дом должен быть введен в эксплуатацию. Бесплатно провести газ к пустому участку не получится. Если ваше домовладение соответствует требованиям, его подключат к проведенному до границы участка газопроводу бесплатно.